Ребят, всем огромный привет! Рада вас всех видеть и приветствовать на своем канале. Напоминаю, что зовут меня Ирина. Мало ли, может быть, кто-то уже меня забыл. Забыл, как меня зовут. Потому что давненько я опять не появлялась. Я многодетная мама и домохозяйка. Снимаю свой влог сегодняшний с нашего домика на берегу реки Волга. У нас еще продолжается наш отпуск. Еще у моего супруга 10 дней есть в запасе, так что 10 дней мы еще будем отдыхать и балдеть. Сейчас у нас на часах 10:30. Жарю деткам наггетсы. И, наверное, поедем чуть-чуть попозже искупаться. Папа наш сейчас на рыбалке. Он уехал рано, в 6 часов утра. И вот до сих пор еще рыбачит. Сейчас приедет, я его покормлю и поедем искупаемся. Нашли здесь очень классное место. Знаете, такой песочек, очень мелко, очень теплая вода для деток, прям самое то. Так что поедем сегодня, наверное, туда искупаемся обязательно. Покажу вам. Вообще, ребят, очень мало здесь снимаю, то времени нет. Вот, знаете, вроде бы на отпуске, а времени нет. То очень жарко, у нас очень жарко стоит, такая прям жарко, 33, 34, 36 обещают нам даже завтра, 36 градусов жары, поэтому я жару уже рассказывала, что не очень хорошо переношу, ну, совсем плохо переношу жару, и поэтому не снимаю, нет даже сил снимать. Вот, так, нужно мне наггетсы перевернуть, Захарик захотел наггетсы, сейчас быстренько ему поджарю. И хочу сейчас еще сделать салатик из редиски. Вчера, знаете, добрую такую половину дня провела у плиты, готовила и перцы фаршированные готовила. Положи, доча, и картошку толченку, и блины пекла, и суп варила. В общем, вчера такой день готовки у меня был, поэтому сегодня отдыхаю. Кстати, пока с вами болтала, приехал наш папа с рыбалки. Сегодня совсем небольшой улов. Вот три рыбки буквально. Одна такая хорошая и две такие небольшие. Вот, ну ничего, три рыбки тоже хорошо. Вечером еще раз поедет на рыбалку. На вечерний такой, ребята, заезд. Вечерний. Ребята, а мы сейчас поедем на крутой остров. Мама нас обязательно поснимает. Конечно, поедем сейчас, да, купаться. Ну, сейчас папа у нас немножко покушает, передохнет и поедем. И я тоже покушаю, да. И Милана тоже. Простите, ну что и это? Поедем купаться, да? Кстати, я, по-моему, вам не показывала, ребят, мы же купили сюда холодильник большой. Мы его купили, конечно, не новым, а БУ. Для, знаете, для дачи, я думаю, что хорошо, нормально. Хороший холодильник. Главное, что теперь у нас все влазит, все входит. Так. И что еще из новенького? Еще из новенького мы повесили вот здесь на первом этаже телевизор. У нас не было здесь телевизора, был только на втором этаже телевизор. Вот, и что? А, еще стиральную машину мы поставили. Сейчас я вам покажу, переверну. Так, не обращайте внимания, вот такая вот лохматая и красная жара. У меня вообще абсолютно нет желания ни краситься, ни причесываться. Волосы немножко собрала и погнала, как говорится. Так, сейчас я переверну наггетсы и покажу вам еще стиральную машину, как мы установили на втором этаже. Так, пойдемте сходим с вами на второй этаж, и я вам покажу нашу стиралку. Мы ее тоже взяли, ребят, не новой, тоже взяли БУ на Авито. Ну, знаете, тоже для дачи, как бы, очень хороший вариант. Вот такая вот стиральная машина. Вот здесь мы ее поставили рядом с душевой кабиной. На 5 килограмм Канди. Очень хорошая стиралка. И еще вот сюда вот, ребят, мы поставили второй комод. У нас был только вот этот светлый комод, светло-темный. Мы поставили еще вот такой вот. Потому что, ну, кто помнит, у нас вот здесь на этом месте, где машинка стиральная сейчас стоит, стояла такая открытая вешалка, на которой у нас висели вещи. То есть на плечиках, на вешалках висели вещи. Мне это не очень нравилось. Так, там мои купальники висят. Мне это не очень нравилось, потому что все это открыто, все это пылится. И поэтому мы решили поставить комод. Вот все попрятала, все убрала. Все теперь аккуратненько и чистенько. Так, ну что, наггетсы наши вроде бы уже готовы. Я прямо так вот на сковородочке просто их обжариваю без масла, без, на сухой сковороде. И нормально, деткам нравится. Сейчас сниму, покушаете, папа покушает и поедем купаться. Покажем вам красивый пляж. Ребят, приехали мы на остров, про который я вам говорила. Вот смотрите, вот здесь вот так вот мелко, песочек.
Для деток прям вообще красота. Видите, где они? От берега прям, ну, далековато, и все мелко. Здорово. Хороший такой пляжик здесь, чистенько. Вода теплая-теплая. Прям тепленькая. Песочек. Прозрачная, чистая вода. Красота. Водичка прям теплая. Обалденно. Сейчас, наверное, я тоже решусь и искупаюсь. Мы сколько вот здесь уже находимся, сколько мы здесь на Волге, 2 недели, что ли, я еще ни разу не купалась. Мне была вот все вода холодная. Не знаю, все уже мои купались, каждый день купаются, а мне вода холодная кажется. Никак я не решусь, но сегодня, наверное, все-таки окунусь. Вот, смотрите, видите, какой пляжик. Класс, рыбки плавают, обалдеть. И мне нравится, что берег такой вот, песок. Не камушки, а песочек. Очень здорово. Перска там радуется жизни, бегает. Перска! Побежал. Мы, кстати, персика подстригли. Миша выезжал в город, свозил его, подстригли. Очень сильно он заросший весь был. Так что отвезли его к грумеру на прическу. Здорово. Пойду, наверное, тоже я окунусь. Видите, как у меня загар лег? Здесь вся обгорела. Вот здесь у меня все плечи обгорели, все облазит. А здесь вот белая от лямочек. Ладно, пойду. Накупались, наплескались мы, сейчас будем уже собираться и поедем на базу. И морей никаких не надо, когда есть вот такая замечательная река. Здорово. Рыбок столько вообще, малька столько много, плавает. Здорово. Птичка какая-то красивая. Ходит по бережочку, интересно, сейчас перска ее погонит. Ну точно, погнался за птицей. Вот засранец, а. Выгнал птичку. Никого нет. В принципе, берег такой вот, знаете, чистый. Ну, есть немножко, конечно, попадается мусор. Но совсем мало. Мы до этого ездили в противоположную сторону. Там тоже острова, и там, ребят, грязновато. Там очень много всегда народу и достаточно грязно. Там разбивают прям такие палаточные, как городки, когда выходные дни. Места там прям такие людные, очень много народу. Здесь вот, может быть, я не знаю, может быть, за счет того, что сейчас будний день, или, может быть, сюда как-то, ну, меньше приезжает народу, может быть, здесь и выходные так безлюдно, не знаю, посмотрим, попробуем сюда приехать в выходной день. Но сейчас вот прям здесь здорово, никого нет, вот только мы и какой-то мужчина там еще расположился, я не знаю, то ли он рыбак, то ли он просто приехал погулять здесь.
помылись все, пообедали. Миша у нас, папа наш поехал. Куда он поехал? Поехал, в общем, он в деревню, чтобы вывезти мусор. У нас здесь на нашей базе, на территории базы нет мусорных баков. Поэтому нам приходится весь свой мусор, который у нас накопился, да, за то время, пока мы отдыхаем, нужно забирать с собой и вывозить его куда-то. Красная как рак. Ребят, еще одна причина, по которой я не выпускаю видео. Очень плохой интернет. Здесь очень плохой интернет. То есть он как бы есть, но его как бы нет. Поэтому вот так вот. Краснючая, жарко, не могу, невозможно. Папа наш уехал на рыбалку, на вечернюю. Утром ездил, сейчас на вечернюю поехал. Поставила чайник, хочу выпить чай. Сейчас, ребят, очень мало стало пить кофе. Почему-то не хочется. Не знаю, может, потому что жарко. Всегда хочется чая. Налью чаечек. Девчонки, я за этот отпуск очень хорошо набрала килограмма. Прям очень хорошо набрала. Ну, пока меня это не парит. Пока все спустила на тормоза. Буду худеть зимой. Вот так вот. Худела я, худела к лету. Плюнула на все. И набрала килограмма. Не знаю сколько, я не взвешивалась. Здесь у меня весов нет. Домой, когда приезжаю, не взвешиваюсь. Пока не хочу увидеть эти цифры. Но чувствую по себе, чувствую по одежде, что я набрала. Вот. Так что так. Видите? Сейчас попью здесь чаечку. О, кто-то на водном мотоцикле несется. Класс. Попью чайку и пойду, наверное, немножко прилягу. Что-то я сегодня вымоталась. Ну а я, ребята, буду на сегодня уже заканчивать свой влог, буду с вами прощаться. Увидимся с вами обязательно в следующем видео. Всем добра. Пока-пока.